Добрый день, мои милые зрительницы! Добро пожаловать на мой канал! Знать, что будет в тренде этой осенью, нужно уже сегодня. Чтобы приобрести заранее вещи актуальных фасонов и разнообразить свой гардероб модными тенденциями 2021-2022 года. Трикотажная одежда, особенно платье, это базовые вещи осеннего гардероба. Красиво и элегантно смотрятся модели бежевых оттенков. Остаются с нами в этом сезоне юбки и брюки с завышенной линией талии. Также продолжаем носить водолазки. Выбираем модели с необычной горловиной. Полосатые костюмы, вертикальная полоска, стильно и эффектно смотрится на пиджаках, юбках и брюках. Также трендом стали тельняшки. Одежда цвета хаки, в стиле боха, юбки на ремне, напоминающие килт. Стиль унисекс сохраняет популярность как в одежде, так и в прическах и аксессуарах. Тренд сезона – многослойность, узлы и небрежность в образе, сложнокроенная одежда. Лохматые свитера и кардиганы для тех, кто хочет уюта. Объемные вязаные вещи, носки, яркие короткие свитера, расширенные линии плеч, объемные плечи, то есть одежда с накладными плечиками, подтяжки, декоративный элемент в женских образах, вертикальные линии которых помогут визуально скорректировать фигуру, асимметрия, стеганая одежда, высокие разрезы и бахрома, как в одежде, так и на аксессуарах. Длинные рукава и вязаные жилеты в разных цветах и расцветках. Монохромные луки и кожаные тотал-образы, темный деним. Чтобы внести разнообразие в повседневность, выбирайте вещи с принтами. Клетка, разные по оттенку и размеру. Анималистический принт, например, под кожу теленка. Также на показах было много принта под леопарда.
пальто и плащи с эполетами и отлетной кокеткой. Верхняя одежда без рукавов. Этот тренд хорош для тех, кто передвигается на автомобилях. Плюс к ним длинные кожаные перчатки для тепла рук. Если у вас остались с прошлого сезона кейп, накидка или пончо, смело берите их в этот. В моду возвращаются короткие пальто. Пальто-пиджак в мужском стиле. Короткими также становятся и пиджаки. Но миди и макси длина будет также актуальна еще несколько сезонов. Пальто как халат, запахивается и застегивается на одну пуговицу. Либо пуговицы в одну или в два ряда, отложной воротник. Зимой одеваем объемные шубы с длинным искусственным ворсом различных ярких оттенков. На показах в этом сезоне было больше шуб, чем пуховиков и дубленок. Обувь с декоративными элементами из металла. Массивные цепи ворвались в моду еще в прошлых сезонах и укрепляют свои позиции в этом сезоне. Обувь на платформе и каблуке больше, чем на сплошной. Унты для тех, кто любит тепло и комфорт. Из аксессуаров крупные серьги и пластиковые цепи, широкие чокеры. Очаровательные шляпы и широкие пояса. Вместо шапки стильный капор. Красивые элегантные шелковые платки и косынки. Однотонные принтованные, который можно носить в дуэте с пальто, тренчем и даже шубой. В моде будут меховые сумки. Милые дамы, отталкивайтесь от своих желаний и параметров фигуры, так как даже самая модная одежда не придаст вашему образу ни стиля, ни гармонии, если она вам не подходит, плохо сидит или тренд вам совсем не нравится. Лучшее от вас спасибо – это подписаться и поставить лайк. Приятного вам просмотра!